Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на очередной прямой трансляции высшего дивизиона. «Голд Шарк Легион» — великолепный поединок, в котором соперники сражаются за право попасть по итогам первого круга в верхнюю половину таблицы, чтобы затем уже после зимнего перерыва сражаться за попадание в зону Еврокубков. Матч архиважный для обеих команд. Многое сегодня стоит на кону для и одного, и другого соперника. Для Легиона, наверное, этот матч вообще является наиважнейшим на данном отрезке чемпионата. У Gold Shark, который располагается чуть повыше в турнирной таблице, опережая своего оппонента на 2 зачетных балла, право на ошибку еще есть, но понятное дело, что команда Валерия Скоробогатова не захочет этим самым правом пользоваться, а напротив будет делать все, чтобы уже сегодня во многом обеспечить себе, ну, практически на 99% попадания в топ-8 по итогам первого круга. Ваш комментатор на сегодняшний матч Никита Лаврентьев. Стартовые составы команд сейчас представлю вашему вниманию. После того, как вот этот вот опасный штрафной легионеры разыграют, буквально на первой минуте получают легионеры шанс проверить голкипера соперника ударом по статичному мячу. Первая попытка Попина Казаряна была прервана судейским свистком. Просит главный арбитр встречи Александр Вдовин повторить сию процедуру. Ну и будем надеяться, что удара у Казаряна получится в разы лучше предыдущего. Также бьет, можно сказать, что низом Казарян. И момент оказался, по крайней мере, в эту секунду упущен. По традиции начну я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Легион» сегодня, возможно, даже где-то на удачу одел выездной комплект формы. В черных цветах выступают легионеры. В воротах под 35-м номером играет Александр Дементьев. Игорь Дармаков, 77-й, в центре обороны. Слева Дмитрий Неруков, 33-й. Справа Сергей Миронов, 2-й. Александр Седов, 17-й, в опорной зоне. Павел Андрианов, 69-й. И Виталий Обласов, 88-й, расположились чуть выше своего капитана. Попин Казарян, номер 7, на острие атаки. Gold Shark сегодня в следующем сочетании начинает эту встречу. В воротах под первым номером Дмитрий Ребров, Андрей Тутуев, 5-й, в центре обороны. Слева Александр Клягин, 35-й, справа Кирилл Болдарев, 14-й. Иван Симаков, 18-й, в центре поля расположился. Андрей Фандеев, 9-й, номинально будет играть правого полузащитника, а Дмитрий Шестаков, 99-й, левого. На острие атаки с первых минут появился Дмитрий Бутов. У него номер 11. Покинул мяч пределы поля. Зафиксировал это главный арбитр встречи. Повторюсь, Александр Вдовин обслуживает этот поединок. Помогает ему с бровки Геннадий Зародыш. Ну и все внимание давайте отрядим происходящему на газоне. Повторюсь, матч крайне важный как для легионеров, так и для Gold Shark. Акулы начинали сезон в качестве одного из претендентов на попадание в топ-8. Таким же считался и Легион, но, наверное, все-таки эксперты больше шансов на попадание в заветную восьмерку отдавали именно Акулам. Но вот старт сезона, напротив, лучше удался легионерам, которым еще и немножко с календарем повезло на старте. Сумели они собрать свои очки и долгое время находились в числе лидеров. Здесь быстро Gold Shark разыгрывает штрафной, Фандеев бьет, но его удар заблокировал Дмитрий Неруков. Но вот последние неудачи, в частности поражение BD и APC, они несколько изменили расклад сил. И теперь уже Легиону сегодня просто необходимо
побеждать, чтобы... чтобы не распрощаться с шансами на попадание в топ-8. Все дело в том, что несмотря на положение Легиона в турнирной таблице, напомню, что команда Александра Седова занимает 8-ю позицию, у нее достаточно сложный календарь относительно матчей соперников. Понятное дело, что с фаворитами играть предстоит еще два матча с «Динамо» и «Интером». За «Азимут», ясное дело, будут начислены 3 очка. Но если сегодня «Легион» проиграет «Голд Шарк», то одной лишь виктории над МЗКП может в конечном счете не хватить. Потому что «Энергомаш», скорее всего, если не допустит каких-то невынужденных потерь, к концу первого круга наберет 22 зачетных балла. А «Легион», если сегодня с «Голд Шарк» забитыми голами и очками не разживется, то наберет лишь 21, при учете того, что «Динамо» и «Интер» окажутся сильнее легионеров. И получается, что «Энергомаш», который на данную секунду располагается на 10 месте позади не только «Легиона» и «Голд Шарк», а также «МЗКП», имеет великолепные шансы попасть в топ-8. И «Легиону» посему нужно сегодня обязательно, ну, как минимум, ничью цеплять, потому что при равных показателях у легионеров как раз-таки есть преимущество по личным встречам. Что касается Gold Shark, то у него попросту попроще календарь. Здесь МЗКП, здесь Пресня, здесь Европа и лишь один топ-соперник. Это Нева, при том, что если Gold Shark обыграет МЗКП, одного из своих прямых конкурентов, то для попадания в верхнюю половину таблицы будет необходимо набирать Gold Shark'у еще всего 8 очков за 4 матча, которые, повторюсь, включают в себя сразу двух откровенных аутсайдеров на фоне желто-черных и возможные очки, в частности, в матче против Легиона сегодня и с МЗКП на следующей неделе. Поэтому я и сказал, наверное, в начале трансляции, что у Gold Shark'а есть еще право на ошибку, но если сегодня им этим правом не воспользоваться, то ситуация для акул будет более чем благоприятна. Пока на первых минутах, наверное, все-таки чуть поинтереснее легионеры выглядят. Вот сейчас и опасный момент с попаданием в перекладину состоялся, но до реальных голевых эпизодов дело почти не доходит. Gold Shark вообще, пока Александр Дементьева трудиться не заставляет, но это ни о чем не говорит. Одна единственная контратака может развернуть ситуацию на 180 градусов. Симаков хорошую передачу по замыслу в направлении Шестакова попытался отдать, но не вышел пас точным, и теперь ответ Легиона вашему вниманию. Абаласов не стал обострять, а решил за счет обороны сыграть, за счет своих защитников. Неруков обратно на Дементьева играет, и приходится Дементьеву длинной передачей искать впереди Павла Андрианова. Тот де-факто выиграл верховое единоборство с Кириллом Болдыревым, потому что именно от защитника Gold Shark мяч пределы поля покинул. И Легион продолжает владеть инициативой на чужой половине поля. Пока никуда не спеша. Раскачивая так соперника на поступах штрафного. Вот еще один момент. Здесь на дальней штанге Александр Седов пытался переправить мяч в ворота после скидки партнера, а вернее, после небольшого рикошета от защитника. Александр Вдовин назначает угловой, который сам же Седов и отправляется подавать. А нет, прострел низом. Следует рикошет и выручает свою команду Дмитрий Ребров. Чуть было автогол здесь не состоялся. Страсти потихоньку закипают.
словно подтверждая важность этого противостояния. На это раз следует подача от Седова и точно, точно на голову Виталию Обласову. Тот до конца подстроиться под мяч не сумел, пробил, но не акцентированно. И вот первые замены в сегодняшнем матче проходят. Перестановка в составе Gold Shark. По всей видимости, наставники Акулы не совсем довольны тем, как протекает ход матча. И выпускает Валерий Скоробогатов на газон Ивана Ерохина. Еще одного футболиста, перебравшегося в стан желто-черных в ноябрьское трансферное окно. И сразу же отметившийся дублем в ворота Интера. Ну а здесь желтую карточку получает, как я понимаю, как раз-таки Ерохин за недисциплинированное поведение. Ровно на исходе 10-й минуты встречи. И очередной штрафной вблизи ворот Дмитрия Реброва. Первый был не совсем опасным, второй уже выглядел поинтереснее, третий удар пришелся в створ. Правда, именно в ту точку, где и расположился Ребров. Еще один стандарт. Вновь угловой от правого фланга атаки Легиона. Ребров играет на выходе. Ну и теперь действительно можно сказать, что стартовый отрезок противостояния целиком и полностью остался за легионерами. Пришлось и выручать свою команду Дмитрию Реброву. В еще одном эпизоде Легион своего соперника простил. Вернее, наверное, правильнее будет сказать, что чуть-чуть не повезло легионерам. Я про тот эпизод, когда Седов пытался дотянуться до мяча на дальней штанге. Вот таких вот моментов у Gold Shark пока припомнить не могу. Вот, может, сейчас что-то получится интересное. Скинул Дмитрий Бутов мяч на ход Ивану Симакову, но того соперники под прессингом заставили ошибиться, пробить в одно касание не дали и продраться к воротам Дементьева поближе не позволили. Седов обходит Бутова без сопротивления, Обласов назад на Дементьева, Неруков. Подобие прессинга в исполнении Gold Shark на чужой половине. Уже вчетвером даже желто-черные прессингуют своего оппонента. Легион пока выйти со своей половины поля не может. И вот в итоге Дмитрий Неруков мяч теряет. Но здесь Седов здорово отборолся и штрафной заработал. И похоже, что еще и желтую карточку для Ивана Симакова. Да, достает из своего кармана горчичник главный арбитр встречи. Уже два футболиста таким образом желто-черных повисли на предупреждениях. Если уж забить не удалось легионерам на старте поединка, то, по крайней мере, горчичниками давление увенчалось. И вот еще один момент, и все-таки забивают легионеры. Забивают после стандарта. Удар головой рикошетом от дальней штанги оказывается результативным. 1-0 Легион повел в счете. И абсолютно закономерный итог стартовых 13 минут. Команда Александра Седова абсолютно точно этот гол заслужила. Ну и еще одни перестановки в составе Gold Shark на поле. Появился Максим Буров, сразу же отметился он ударом из-за пределов штрафной. Достаточно давно я не видел на флоске Бурова. К сожалению, не все матчи Gold Shark я имел возможность наблюдать. Но вот точно не принимал участие Буров в игре против Интера на прошлой неделе. И сейчас проверю я заодно статистику. Как часто в нынешнем сезоне форвард Gold Shark приезжал на Флотскую.
Ну, действительно, всего 5 матчей провел, при этом лишь однажды свою фамилию в качестве автора гола в протокол судьи записал. Но вот на важнейший матч против прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-8 Буров приехал. Ребров играет с ближним. Пытаются через пас выйти из обороны в атаку. Желто-черные. Буров отыгрывается с Ерохиным. Тот уходит во фланг, понимая, что здесь, наверное, обострить получится едва ли, зарабатывает аут. Буров, Ерохин снова комбинирует эти два форварда, один из которых сейчас играет на позиции крайнего хавбека, но вновь до удара дело не доходит. Дармаков. Опасно здесь отыгрывался Казарян, но Вячеслав Андрианов классно сыграл. Казарян сохраняет мяч, достается ему по ногам, показывает Вдовин, что он все видит. Но остается снаряд у легионеров, поэтому и нет необходимости останавливать ход встречи. Симаков. Достаточно живенькая игра. Даже нет необходимости каких-то около футбольных, около матчевых вещах рассказывать, там, приводить статистику, например, противостояний этих соперников. Действительно, игра держит напряжение, она проходит в хорошем темпе, почти без остановок. Ну и главным виновником этого, наверное, все-таки стоит считать легионеров. Они такой темп с самого начала игры задали. После гола Голдшарк словно встрепенулся и, поняв, что играть от обороны в этом матче нельзя, ни к чему хорошему это не приведет, вот на какое-то время перехватил инициативу, и после кикса Сергея Миронова Максим Буров сравнивает счет. Буквально несколько минут потребовалось желто-черным, чтобы выровнять положение. Так здорово играл легион до своего гола, почти ничего не позволял оппоненту. И так легко это самое преимущество упустил. 1-1 на 17-й минуте становится счет. Неудачно сыграл в обороне Сергей Миронов. И сразу же последовала замена. Отправляется отдыхать второй номер. Вместо него на поле появился Иван Нехорошев. Наверное, можно сказать, что эта замена плановая. Очень часто многие команды ЛФЛ практикуют перестановки в составах на экваторе тайма. Вот только Голдшарк забил на 17-й минуте. И интересно, если бы эта замена планировалась заранее и произошла бы она на 2, получается, минуты раньше, состоялся ли бы этот гол Бурова. Неруков теряет мяч. Но легионеры достаточно быстро его себе возвращают. И тут борьба в центре поля. И что, опасную игру фиксирует арбитр. Лежа боролся Павел Андрианов, рискуя получить повреждение. И арбитр остановил поединок. Разыгрывают мяч желто-черные. Клягин отыгрывается в центр на Симакова. Тот еще правее. От стартового преимущества легиона не осталось и следа. Болдырев получает мяч на своей половине. Через Тутуева разворачивается направление атаки в центр, но Симаков вновь возвращает мяч на правый фланг. Словно решили футболисты Голдшарк давить именно через эту зону. Еще одна замена в составе легиона. Отправляется отдыхать и Дмитрий Неруков. Слева в обороне вышел еще один дебютант легиона. Это Игорь Сильченко, насколько я понимаю. Так же, как и Виталий Обласов, на севере этот футболист известен по выступлениям за Туман, который, к сожалению,
уже несколько лет назад прекратил свое существование. Андрианов ставит корпус и не позволяет Шестакову мяч у него отобрать. Казарян красиво пытался сыграть через еще одного новичка Алексея Лаврентьева. Достаточно много новых футболистов в составах и одной, и другой команды. Причем «Легион» даже сумел определенным образом обхитрить регламент и заявить в ходе трансферного окна сразу четверых новых футболистов. Все дело в том, что первая перестановка в заявке у легионеров де-факто произошла в октябре. И согласно регламенту, трех футболистов можно заявлять командам высшего дивизиона в месяц. А так как трансферное окно началось чуть раньше, переход Виталия Абласова из Россоши никоим образом не помешал легиону, например, еще и заявить Игоря Сильченко. В его профиле, к слову, значится, что он перешел из тумана. Атакует Gold Shark. Передача в штрафную. Здесь Дементьев вроде бы все контролировал. Еще одна замена. Папин Казарян отправляется отдыхать. Давай возможность кому-то из партнеров появиться на поле на заключительную 10-минутку. Похоже, что это Денис Бычков. Вот только, правда, я не припомню, чтобы шестой номер легионеров играл на острие атаки. Хотя, возможно, что-то о игровых качествах этого хавбека я не знаю. Нехорошев играет налево на Андрианова. Далеко мяч от себя отпустил, неудачно обработав передачу. Но хорошо, что здесь его брат Вячеслав Андрианов подстраховал. Мяч остается у легионеров. Выравнивается игра. Словно команды отдают инициативу после того, как гол забивают. Ребров здорово здесь прочитал ситуацию. Сыграл за пределами штрафной, не позволив состояться опасному моменту. А здесь Клягин с мячом завозился, и нарушение правил фиксирует арбитр. Признаюсь, мне показалось, что Андрианов сыграл чисто, но рефери находился в разы ближе и ситуацию расценил иначе. Вернулся на поле у легиона капитан Александр Седов. Поменял как раз-таки Павла Андрианова. Таким образом, у легионеров на поле пока не появлялись Артем Лагуткин и Станислав Мухин. У Gold Shark значительно больше футболистов, которых мы еще в деле сегодня не видели. Но думаю, что и не всех в любом случае увидим, потому как Олег Пронин хоть и был внесен в заявку на игру, но уверен, на поле не появится. Потому как попросту даже и не переодевался. Дермаков ставит корпус и оставляет мяч у своей команды в борьбе с Максимом Буровым. Оказался он чуточку хитрее. Здесь атака легиона левым флангом развивается. Вячеслав Андрианов. И вновь не самый лучший прием мяча. Далековато мяч от себя отпустил Вячеслав. И успели его накрыть. Как успевает и здесь Александр Седов своевременно подкатиться под Ивана Ерохина, прервав его передачу в центр. Шестаков подставляется под фол. На секундочку опоздал Александр Седов. И великолепная позиция как раз-таки для футболиста, заработавшего этот стандарт. Шестаков славится своими
прямыми ударами с штрафных. В частности, забил он в прошлом туре и Интеру. Но, судя по всему, хочет перед ударом сначала что-то с Кириллом Болдыревым обсудить. Пристроился 14 номер в стеночке. Бьет шестаков сильно, но очень неточно. Пока только пристрелочный удар, так же, как и у Легиона в начале встречи. Прежде чем забить со стандарта, легионеры энное количество шансов упустили. Еще одна замена у Gold Shark. Вернулся Дмитрий Бутов на поле вместо Максима Бурова. Результативно вошел в игру форвард желто-черных. Сразу же пробил по воротам, а затем спустя несколько минут стал и автором забитого гола, не оставив шансов Дементьеву. Посмотрим, что его коллега по амплуа сможет продемонстрировать. Бутов играет направо. Шестаков разворачивает направление атаки. Клягин, Ерохин неплохо, но здесь Седов первым оказался на подборе и наступление ненадолго отсрочил. Ерохин. И покидает пределы поля. Мяч и покидает от ноги футболиста Gold Shark. Мычков. Продлевал полет мяча, но не удалось Лаврентьеву за мяч зацепиться. Бутов. Ерохин и... не покинул мяч пределы поля. Удалось опередить Игоря Сильченко, форварда Gold Shark, и сохранить мяч в пределах зеленого прямоугольничка. Продолжает Gold Shark давить. Дальний удар от Тутуева. А в итоге получилось что-то сродни передачи на Шестакова. Дмитрий за мяч зацепился и вторым же касанием пробил, заработав угловой. Подходит тем временем у нас основное время первого тайма к концу. Живенькая игра в исполнении обеих команд. Футбол интересный. Обоюдоострый, с переходящей инициативой. И, наверное, счет 1-1 наилучшим образом отражает происходящее на поле в первом тайме. Седов играет назад на Дармакова. И наступает ему на ногу Иван Симаков. Полузащитнику Gold Shark надо быть поаккуратнее. У него уже есть одна желтая карточка, полученная, к слову, также в столкновении с Александром Седовым. Но здесь скорее такой несчастный случай. Апеллирует к арбитру Седов, выпрашивая желтую карточку для Симакова. Но пока сгоряча рубить арбитр не стал и не оставил Gold Shark в меньшинстве. Но непременно Симакова на карандашик взял. В следующий раз может не простить. Ребров играет точно на Бутова. Тот головой скидывает мяч. Остается снаряд в пределах поля. Шестаков играет центр на Симакова, который почему-то совершенно один. Обратная передача на Шестакова. Но здесь Сильченко классно сыграл против Шестакова. Заранее прочитал намерение смещаться в центр оппонента и жестко его встретил, мяч перехватив. Извиняется Дармаков перед партнером, перед Вячеславом Андриановым. Неудобная передача, скажем прямо.
в исполнении защитника была. Неудивительно, что мяч легионеры вновь потеряли. Бутов. Клягин. Навес. Здесь надежные оборонительные редуты легиона. Тудуев направо. Еще одна передача в штрафную. И вновь Бутов за нее цепляется, бьет и угловой зарабатывает. Как-то слишком просто раз за разом выигрывает единоборство вблизи чужой штрафной Дмитрий Бутов. Пусть какую-то акцентированно опаснейшую передачу выполнить ему не удается. Но опять-таки один раз момент найдет для точной классной передачи. И будет счет 2-1. Аврентьев подхватывает мяч в своей штрафной. Пытался передачей наградить Бычкова, но не точно пас выдался. Симаков играет налево. Ерохин. Вот и Иван допускает небольшой технический брак при обработке мяча. Защитники успели выбить мяч у него из-под ноги. И на этом события первой половины подошли у нас к концу. 1-1. Отдыхаем, друзья. Отправляемся на перерыв. Завершился перерыв в матче высшего дивизиона 11-го тура. Gold Shark Legion после стартовых 30 минут игры на табло 1-1. Легион начал матч очень здорово, владел инициативой, владел преимуществом, итогом которого стал гол на 13-й минуте, но достаточно быстро Gold Shark сумел отыграться, выправил сначала положение, затем забил едва ли не в первой по-настоящему опасной атаке, и концовка встречи уже, концовка первого тайма, конечно же, прошу прощения, осталась за желто-черными, но больше пробить Александра Дементьева номинальным хозяевам в первом тайме не удалось. Скажем, наверное, что и особых шансов для второго гола у Акул не было. Не было таких вот великолепных моментов и у Легиона, но отсутствие большого количества реальных возможностей для гола отнюдь не свидетельствует о том, что игру мы наблюдаем неинтересную. Напротив, матч, на мой скромный взгляд, действительно классный. И даже тот факт, что многое в турнирном плане сегодня решается для соперников, нисколько не сковывает оппонентов, а напротив, делает игру еще более интересной. Попробуем сейчас быстренько разобраться, в каких же составах команда начинает вторую половину встречи. Как и в первом тайме, начнем мы с футболистов Легиона. В воротах по-прежнему Александр Дементьев, Игорь Дермаков, последний защитник справа. С первых минут второго тайма начинает Станислав Мухин. Слева Иван Нехорошев, Александр Седов в опорной зоне. Над ним располагаются Павел Андрианов и Виталий Обласов. На острие Попин Казарян. Таким образом, изменения относительно стартового состава касаются лишь исключительно крайних дефенсоров. Вместо Дмитрия Нерукова слева играет Иван Нехорошев. Вместо Сергея Миронова справа Станислав Мухин. У Gold Shark также есть определенные перестановки относительно стартовых восьми. В частности, с краю в обороне появился Владимир Ломакин. Еще один новичок в сегодняшнем противостоянии. Ломакин перебрался в Gold Shark из Нефтяника. И сразу же вот сейчас он фалит. Досталось Игорю Сильченко. Прошу прощения, нет, конечно же, Виталию Обласову. Сильченко сейчас на скамейке запасных расположился. Задумался я о том, что действительно много
новичков как в составе Легиона, так и в составе Gold Shark. А вот как раз-таки Сильченко и Обласов вместе за Туман в высшем дивизионе и не только выступали. Итак, по составу Gold Shark в воротах по-прежнему Дмитрий Ребров. В заявке на игру есть еще Игорь Камоликов, но, насколько я понимаю, так он до стадиона и не добрался, да и должен был скорее подстраховывать своего партнера в случае необходимости, заняв позицию на последнем рубеже. Слева в обороне Владимир Ломакин вместо Александра Клягина, он появился на поле. Справа Кирилл Болдырев, Андрей Тутуев в центре обороны. Иван Симаков, без сомнения, одна из главных звездочек команды Валерия Скоробогатого, в центре полузащиты расположился. По краям играют Андрей Фандеев. О, здесь какой момент! Классно в лед пробил Ерохин, который второй тайм начинает на острие атаки. Ну а слева, конечно же, действует Дмитрий Шестаков. По своей сути, можно сказать, что наставники сделали определенные выводы относительно событий первого тайма и на вторую половину выпустили уже состав с некоторыми изменениями касательно тех или иных позиций, что на их взгляд проседает. Но это так, и я, конечно, несколько притягиваю решение под ответ. В частности, например, тот же Максим Буров, просто ввиду определенной своей формы, не может, наверное, проводить по 60 минут на поле. Не так часто он в нынешнем сезоне играл, в половине встреч лишь принимал участие. И понятное дело, что рассчитывать на то, что все 60 минут Буров будет проводить на поле, наверное, все-таки излишне. А здесь хороший момент у Папина Казаряна, который вместе с Павлом Андриановым здесь классно разорвали оборону соперника. Но, конечно, здесь намного вкуснее выглядела бы передача чуть левее на Виталия Обласова. Именно об этом сейчас и говорит капитан легионеров Александр Седов. Мол, не гол забей, а сделай голевую, выдай на пустые ворота. Ну, конечно, там не пустые были бы ворота, и нужно было бы еще переиграть Дмитрия Реброва. Но у Обласова, конечно, позиция была великолепная. Кого возобновляет игру Gold Shark. Здесь Ерохин классно играет и попадает в штангу. Там, да, мяч пришелся. С моей позиции очень, к сожалению, неудобно за этим участком поля было наблюдать. Еще один момент. Упускают акулы. Небольшая неразбериха в центре обороны в течение последней минуты у Легиона. Два подряд супер момента. Ни один из них голом не завершился. На табло по-прежнему ничейный счет 1-1. Обласов позволил мячу покинуть пределы поля. Андрианов. Неудобная передача. В борьбе с Тутуевым Казаряну априори нужно получать более точные передачи, чтобы за мяч цепляться. Не тот случай сейчас был в исполнении Павла Андрианова. Ломакин играет попроще. И в итоге Седов выигрывает единоборство у Симакова. Казарян игнорирует находящегося рядом Обласова, предпочитая через Станислава Мухина развивать эту атаку. Обратная передача на Казаряна сейчас опять же напрашивалась, но Мухин попытался навесить в штрафную. Туда уже врывался Павел Андрианов, но его навес накрыли. Тем не менее, угловой не самый худший вариант.
И Седов будет выполнять подачу от углового флажка. Здесь Ломакин выше всех выпрыгивает и угроза отводит. Еще одна замена. Иван Нехорошев отправился отдыхать. Дмитрий Неруков возвращается на газон. И сразу же еще две перестановки в составе Gold Shark. Максим Буров отправляется на острие. Ярохин таким образом смещается во фланг, а также на поле в линию обороны. Как я понимаю, Александр Клягин вместо Ломакина вернулся. Видимо, попросту дали наставники Gold Shark отдохнуть Клягину после тяжелого первого тайма. В атаке акулы. И зарабатывают угловой. Достаточно много стандартов сегодня, как угловых, так и штрафных. Плотная игра. Соперники стараются не уступать ни на малейшем участке поля. Все это и порождает большое количество стыков, которые завершаются угловыми или же штрафными ударами, назначениями штрафных ударов. Ну вот, два подряд сейчас корнера подали акулы, и в итоге оба завершились ударами. Но если в первом случае до мяча добрался Александр Дементьев, то во втором ему вступать в игру и не приходилось. Ответ Легиона также получается нерезультативным. Но достаточно быстро себе мяч возвращают номинальные гости. Дермаков позиционно переиграл Максима Бурова. А тут еще, похоже, в единоборстве повреждение небольшое получил. Но фола там не было, конечно, вообще никакого. Более чисто выиграть верховое единоборство можно едва ли. Элемент фейерплей возвращает мяч Gold Shark своему оппоненту. И Александр Дементьев начинает новую атаку своей команды. Мухин отыгрывается назад. Передача на Седова. Андрианов. Такая небольшая стеночка. Прострел. Казарян сейчас сыграл здорово и прочувствовал эпизод. Сразу же, не тратя лишнее время, возвращал мяч Павлу Андрианову, но того защитники к мячу не пустили. Разыграли мяч легионеры. Хитро разыграли. Небольшое касание снаряда Александром Седовым. И затем Казарян, который вроде бы отправлялся просто выполнить подачу. Начал движение к мячу. А здесь Ерохин. Великолепный момент сам себе создал. Переиграл Игоря Дермакова. Но с разворота по воротам не попал. В футболе 8 на 8 вообще, наверное, самая неблагородная позиция. Это позиция центрального защитника, потому что так много различных видов единоборства по ходу 60 минут игрового времени, что банально выигрывать даже 95% из них попросту невозможно. Стоит один раз ошибиться, и сразу же голевой момент. Вот забей сейчас Ерохин, и мы говорили о том, какую же ошибку допустил Дермаков. А это на самом деле, сколько он уже сегодня единоборств выиграл, и как он прибавил действительно мощи, опыта и умения обороне легионеров. А здесь контратака легиона, Абласов играет направо, все правильно, Андрианов выполнит передачу назад на Седова. Нет, это пас Казаряну, и тот не попадает уже, по сути, по пустым воротам, из пределов вратарской выше мяч отправляет. Конечно, здесь немножко повезло легионерам в том плане, что рикошет получился для Казаряна великолепным. Это была не передача от Андрианова.
Но все получилось как нельзя лучше, и Казарян обязан был сейчас забивать и выводить легион вперед. Дермаков сохраняет мяч в игре, еще и на замахе избавляется от оппонента. Заброс вперед на Казаряна. Тот прокинул мяч вперед себе на ход, но опытный Андрей Тутуев все прочитал, все раскусил и, заняв позицию, не пустил Казаряна к мячу. А это ответ уже Gold Shark. Говорил я о том, что у нас живая игра, почти без остановок. И действительно, во втором тайме эта тенденция продолжается. Атака одних моментально сменяется выпадом их соперника. Не всегда, конечно, дело завершается великолепными, опасными моментами, но атаки действительно сменяются одна за другой. А здесь Казарян здорово до конца доборолся, Ерохин мяч не сумел остановить, и в итоге достался он легиону. Казарян удар! Гол исправляется за свою промашку несколькими минутами ранее Попин Казарян, и на 45-й минуте легион во второй раз в матче выходит вперед. И вот здесь абсолютно точно стоит говорить о том, что этот гол в какой-то степени придумал своей команде Иван Ерохин. Не сумел остановить мяч в простой ситуации, а затем и бросил за него бороться. Казарян мяч подобрал, ни с кем не стал делиться и с левой ноги классно выстрелил влево от себя в верхний угол. 2-1, легион вновь выходит вперед и делает важнейший шаг на пути к попаданию в первую восьмерку чемпионата. Напомню, для легиона победа сегодня является своего рода обязательной программой. В случае поражения все может очень неприятно для легиона с турнирной точки зрения закончится. Я имею в виду, конечно же, место в таблице 9 и ниже. Ну а победа сегодня, при учете того, что еще 3 очка легионерам добавятся в копилке по итогам матча с Азимутом, почти наверняка уже напротив отправят легион в восьмерку сильнейших. Правда, для этого нужно будет еще и непременно обыгрывать МЗКП в последнем туре первого круга. Ну а здесь ошибается на выходе Дмитрий Ребров и врезается в Александра Седова. Желтая карточка. Здесь, конечно же, ни о каком удалении речи не идет. Сразу несколько защитников страховали своего голкипера. Но, тем не менее, штрафной легионеры зарабатывают. Мяча Виталий Обласов и Попин Казарян. Оба футболиста могут пробить с этой позиции. Но думаю, что именно Обласов будет пробивать. Казарян несколько так в стороне остается. Но от мяча окончательно не отходит. Ну, у Казаряна были моменты сегодня. В первом тайме не раз он пробивался штрафного. Пришел черед Обласова. Попадает в стенку Виталий. Неруков. Передача в штрафную на Седова. Тому пришлось правой ногой выполнять передачу партнера. И получилось неточно. Симаков возглавляет контратаку своей команды, но с мячом завозился и в итоге его потерял. Ну а здесь тактический фол в исполнении Дмитрия Шестакова. Аккуратненько, чтобы еще один горчичник не получить. Атаку соперника остановил. Была, конечно, возможность Шестакова и чисто мяч там у Вячеслава Андрианова отобрать. Но не получилось. И затем отступаться он не стал. А здесь классную передачу Казарян. Наконец-то отдает. И момент. И назначение пенальти. Голкипер не сумел справиться с хитрым ударом Виталия Обласова. Рикошетом от газона. Но в итоге
дело заканчиваться назначением 10-метрового. Желтая карточка. Александр Седов, конечно же, просил удаления для Александра Клягина. Оно и понятно, момент дискуссионный. Но не хочет арбитр в меньшинстве оставлять Gold Shark сегодня. Казарян будет выполнять удар с точки его. И разводит голкипера. И мяч по разным углам. 3-1 становится счет. Важнейший гол Попина Казаряна. Возможно, самый важный. Наравне с предыдущим. Гол в нынешнем пока сезоне. 3-1. Чуть больше 10 минут есть у Gold Shark, чтобы спасти эту встречу. Но во втором тайме, так же как и в дебюте поединка, Легион выглядит поинтереснее своего оппонента, скажем прямо. Не удался легионерам отрезок в первой половине, когда сразу после гола Gold Shark перехватил инициативу. Максим Буров тогда забил, счет сравнял, а затем еще несколько атак Gold Shark провел. И был еще момент в начале второго тайма, такой дуплет из моментов. Но в целом, начиная эдак с минуты 40-й, может быть даже чуть побольше, Легион все-таки инициативу вновь себе забрал. Подача. Здесь вновь справляются защитники Легиона с очередным наскоком Gold Shark. Повторная попытка получается безадресной. Александр Дементьев никуда не спешит. Но еще и затягивать время не собирается. Ксарян хорошую скидку на Лаврентьева выполняет и не успевает Вячеслав Андрианов замкнуть дальнюю штангу. Забей сейчас четвертый гол на Легион. И думаю, что в этом матче можно было бы говорить, что интрига действительно умерла. Так шансы у Gold Shark остаются. Шансы остаются. И вот еще один момент создают. Все-таки с сопротивлением пробивал Дмитрий Бутов. Приходилось ему головой, пусть из близкого расстояния, бить. Дементьев до последнего ждал завершения этой атаки. Мяч забрал в свои руки. Еще один момент. Это уже Ерохин пробивает со своей правой ноги. Понятное дело, что ближайшие минуты, возможно, и все оставшееся время будет проходить в постоянных попытках Gold Shark отыграться. Контратаки Легиона будут выглядеть безусловно опасными. Возможно, даже в каких-то эпизодах и в разы опаснее, чем наступление оппонента. Но в основной своей массе атаковать, наверное, будет все-таки именно Gold Shark. Артем Лагуткин у Легиона тем временем на поле появился вместо Попина Казаряна. Казарян сделал свое дело и может отправляться отдыхать. Хотя, возможно, еще и на концовку на поле он вернется. Где-то и время потянуть с помощью замен. Ну и все-таки за мячи там подцепляться вблизи владений, вблизи штрафной Дмитрия Реброва. Пока в атаке Gold Shark. Некогда думать акулам об обороне. Дмитрий Бутов аут заработал поближе к воротам соперника. Андрианов выносит мяч из своей штрафной, попадает в голову соперника. И таким образом будет удар от ворот. А времени становится все меньше и меньше. Уже 7 минут остается до основного, до окончания основного времени встречи.
Вот о чем я вам говорил с заменками. Заменками Легион сбивает темп этого матча. Александр Седов сейчас отправился отдыхать. Вместо него на поле появился Денис Бычков. Не удивлюсь, если в следующей паузе, например, Казарян вернется на газон, а затем и Седов вместо кого-то на газон выйдет. Хотя, судя по тому, что капитанская повязка перекочевала к Вячеславу Андрианову, Седов больше возвращаться на поле не намерен. Ну или, скажем так, это было бы слишком нагло еще вот на это время легионерам потратить. А ведь Голдшарк на самом деле к сегодняшнему противостоянию подходил в качестве фаворита поединка. Во многом это было связано с последними результатами команд. Голдшарк на прошлой неделе обыграл Интер в драматичном поединке, а Легион напротив уступил Гефесту, хотя по ходу первого тайма особенно выглядел не то что неплохо, а просто здорово. Но в итоге все завершилось разгромом. Плюс Акулы еще, не будем забывать, и в Еврокубках принимают участие. И сохраняют шансы на выход из группы в Кубке ЛФЛ. На втором месте располагается команда Валерия Скоробогатова. Но в последнем туре нужно обязательно выигрывать у Иствуда, иначе либо Изумруд 86 в случае победы над Селтиком 2 получит отличную возможность продлить себе еврокубковый сезон. Здесь, конечно, будем объективны, шансы у северо-восточного коллектива повыше, но Голдшарк сам виноват в этой ситуации. На прошлой неделе в матче против второго Селтика на последней минуте Голдшарк упустил победу. И в итоге вместо выхода в плей-офф, который уже был бы обеспечен команде, все завершилось вот такой вот нервотрепкой. Ну а здесь Александр Дементьев классный сейв совершает. Не побоялся. В стиле Лунева пошел в стык. Хорошо, что без таких неприятных последствий то столкновение завершилось. Ну а здесь правила нарушает Игорь Дармаков. Агрессивно пошел в отбор и не успел сыграть в мяч. Правила нарушил, сразу же поднял руки вверх. Знаете, как в баскетболе. Футболист, который нарушает правила, даже если он не согласен с решением арбитра, он обязан поднять руки и продемонстрировать, что это он нарушил правила. Он, в общем-то, раскаивается в своем преступлении. Понятное дело, что футбол и баскетбол несколько отличаются, в том числе и потому, что за 5 фолов здесь никого не удаляют с поля. Но вот такое поведение Дармакова, безусловно, не может не радовать нейтральных зрителей и, в частности, меня. Но, тем не менее, это штрафной, это возможность для Голдшарка вернуться в игру. Удар низом и мяч не преодолевает даже первую свою преграду в виде стенки. Тутуев грузит мяч в штрафную. И угловой. Угловой зарабатывает Голдшарк. Легион хотел еще одну замену провести, но Александр Вдовин не позволил это сделать. Предложил командам продолжить выяснять отношения. Ребров играет направо на Тутуева, тот обратно на Реброва. И нет вариантов у Реброва, как короткой передачей эту атаку начать. А вот такие вот забросы в штрафную соперника получаются не самыми лучшими вариантами. В итоге, правда, Легион ошибается на своей половине поля и неточная передача Бычкова приводит к очередной опасной ситуации. Ну, вот о чем я вам говорил. Лагуткин отправляется отдыхать. Попин Казарян возвращается на поле. Прекрасно понимает, с какой целью
Лагуткин появлялся на поле. Вот еще один момент. Вновь Дементьев свою команду выручает. А ведь, напомню, все началось с обреза Дениса Бычкова минутой назад на своей половине поля. Забей сейчас гол Шарка, и разрыв бы сократился до минимума. Впрочем, время еще есть. У Акул с каждой секунды это время становится все меньше и меньше. Уже полторы минуты, даже меньше. Чуть больше минуты остается командам провести на поле, если арбитр не будет что-то компенсировать командам. Хотя, судя по тому, как неторопливо проводят свои замены легионеры, думаю, что минутку все-таки соперники переиграют. Хотя разрыв в счете исчисляется двумя забитыми мячами, возможно, арбитр посчитает, что это и не нужно. В атаке легион угловой зарабатывают подопечные Александра Седова. И сейчас, наверное, будут разыгрывать мяч. Черно-серые, да, так и делают они. Бычков с Казаряном. Возможно, стоило сыграть еще назад. Здесь Сергей Миронов открывался. Но Казарян попытался очередной корнер заработать. Ну и, наверное, за подобную попытку винить мы форварда не будем. Своими прямыми обязанностями, пусть и не без огрехов, сегодня Казарян справился. Должен был забивать больше, да, конечно. Мог и голевые передачи выполнить. Вспоминаем эпизод с Обласовым во втором тайме. Но вот сейчас Казарян, скорее всего, оформит очередное взятие ворот. 4-1, и легион одерживает победу. Произошел этот гол точно в тот самый момент, когда основное время матча подошло к концу. Арбитр уже посматривает на свой секундомер. Ну а мы тем временем уже, наверное, начинаем поздравлять команду Александра Седова с 6-й победой в сезоне. Набирает легион 18 набранных баллов, уж простите мне такую тавтологию, и опережает Голшарк в турнирной таблице, поднимаясь на 7-ю строчку. На следующей неделе легион сразится в субботу в 16:40 с Динамо, и причем, насколько я знаю, тренерский штаб динамосов будет готовиться к этой встрече и просматривать сейчас, возможно, даже и наставник Антон Тимофеев своего соперника, пользуясь возможностью прямой трансляции. Ну а Голдшарк сыграет в субботу с МЗКП. И, учитывая, что МЗКП является ближайшим преследователем Акул, этот матч уже становится для желто-черных важнейшим на данном отрезке чемпионата. На этом, дорогие друзья, все. Основное время матча подошло к концу, компенсированное тоже. Александр Вдовин дает свисток, возвещающий о том, что поединок 11-го тура завершился в пользу легиона. 4-1. Вместе с вами за этим противостоянием наблюдал Никита Лаврентьев. Надеюсь, не помешал вам наслаждаться футболом. Встретимся на полях Северной лиги, друзья, и до свидания.